Более 2 миллиардов рублей направят на льготные лекарства жителям Алтайского края. Средства поступят из федерального и краевого бюджетов. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Сейчас в краевом регистре льготников состоят более 200 тысяч человек. Средства в первую очередь направят на приобретение жизненно необходимых препаратов для лечения бронхиальной астмы, онкологических заболеваний, сахарного диабета, а также лекарств для детей до 3 лет. Кстати, для несовершеннолетних с диагнозом сахарный диабет в 2019 году приобретут расходные материалы к инсулиновым помпам. Отметим, что в крае несколько лет наблюдается острая проблема с нехваткой лекарств для диабетиков.